Shalom. Same Visoki Bog e Christos Blagoslavit Vas. Sivonia, o nas Nova Yatiem. Eta Adin e Striok Glavni Praznik Nashi Gospod. Sivonia Tiem. Praznik Kushi. E Shores. Praznik Kushi. Sichas. Devaim Yatkrivaim. Книга Второзаконие, глава 16, стих 16. Книга Второзаконие, глава 16, стих 16. Три раза в году все мужчины должны предстать перед лицем Господа, Бога твоего, на место, которое Он выберет в праздник опресников один. Мы должны Все мужчины должны пристать перед лицем Господа. Второй – в праздник седмиц. А третий – в праздник кушей. В праздник кушей. Дальше. И никто не должен пристать перед лицем Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа. Бога твоего, какой Он дает тебе, мы должны принести подарок, продукты питания, фрукты, что у вас есть, что наш Бог дал тебе. Должны принести этот день, что все люди будут кушать вместе и быть счастливы вместе перед лицем Господа нашего. Сейчас мы будем читать об этом празднике. Мы открываем сейчас книга Левит, глава 23, стих 33. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздник кушей, 7 дней Господу». Это праздник, это 7 дней, как праздник опресноков. Семь дней. Дальше, стих 35. В первый день это священное собрание. Никакой работы не работаете. Никакой работы дела в первый день. Дальше. В течение 7 дней приносите жертву Господу. Сегодня мы не можем это сделать. Потому что у нас нет храма сегодня. Но Иисус Христос, Он уже наш животник. Потому что Иисус Христос сегодня, Он уже наш жертвоприношение животник. Мы это не можем делать сегодня. Еще раз. Стих 36.
в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас. 7-й, 1-й и 7-й день должно быть священное собрание день для нас. И должно быть как шаббат день или шаббат. В 8-й день священное собрание да будет у вас. И приносите жертву Господу. Не надо это делать сегодня. Иисус Христос, Он уже наша жертва. Или жертва. Не надо сегодня еще раз. Не надо сегодня приносить ничего. Это отдание праздника. Никакой работы не работаете. Вот праздники Господни, в которые должны созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу все сожжения. Хлебное приношение, закаляемый жертвы и возлияние каждой в свой день, кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. Тоже в 15 день 7 месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. 7 дней. Еще раз, празднуйте праздник Господень 7 дней. В 1-й день покой и в 8-й день покой. 1-й день должен быть шаббат, а, как сказать, священное собрание. И 7-й день то же самое. Священное собрание должно быть как шаббат. Не может, еще раз, вы не можете работать. Вы не можете продавать ничего. Вы не можете покупать продукты питания или вообще вы не можете купить ничего. Вы должны отмечать этот праздник, как наш Бог заповедал. Его люди. Его люди. Но люди, которые не любят его, не будут это делать. Mm-mm. Не все люди есть его святой дух. Не все люди. Если у вас его дух, вы будете делать это, еще раз, вы будете делать это праздник. Еще раз, 1-й день вы не можете работать. 2-й день, да, вы можете работать. 3-й день, да, вы можете работать. 4-й день, 5-й день, 6-й день, да, вы можете работать, но 7-й день вообще нету. Вы не можете работать в 7-й день и в 1-й день. Дальше, стих 40. В 1-й день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных. Это тяжело читать. Еще раз. В 1-й день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных. И веселитесь перед Господом, Богом вашим, 7 дней. Мы должны быть счастливы при нашем Боге лицо 7 дней. 7 дней. Дальше, 41. И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роди ваши. Еще раз. Это постановление вечное в роди ваши. Навсегда. Во век вы должны отмечать этот праздник. В 7-й месяц празднуйте его. Стих 42. В кушах живите 7 дней. Еще раз. В кушах
Живите 7 дней. Всякий туземец израильтянин должен жить в кушак. Чтобы знали род, чтобы знали роды ваши, что в кушак поселил я сынов Израилев, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш. Не сказал я Господь, Господь Бог для всех людей. Он сказал, что я Господь, Бог ваш. Бог ваш. Израиль Бог. Не Бог для всех людей. Стих 44. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних. Праздник кушак мы отмечаем сколько дней? 7. Первый день священное собрание. Вы не можете работать. Вы не можете купить вещи, никакого вещи вообще. Вы не можете продавать продукты питания, продавать ничего. Но должны сохранить этот день как суббота. Вы можете готовить. Вы можете готовить. Вы можете готовить и покушать вместе. Еще раз. Вы можете готовить, что вы можете покушать вместе. С твоим семьей и тоже свои соседи или люди. Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.